Или как? Еду принесли! Девочка, есть хот-доги? А чем блины? Женщина! Да какие это блины? Это звуковые диски! Мы уже пришли в аквапарк. Пойдем в детскую зону, посмотрим, какая здесь температура водички. Тут все из лего, ребята. Ну, горки не из лего. Еще не хватало. Ты держись! Спасай меня! Я не жалею себя, прыгнул прям в унитаз. Жалко, в дырку не попал. Я очень хотел в дырку, но не попал. Ну, трусы на месте, все в порядке. Я бегу! Валерий! Ну что, готова? Мы очень ждали этого путешествия по этой... Валерий у нас вообще все любит с водой связанное, поэтому... Потому что она водолей. Так, ребята, сейчас мы рискуем очень сильно намочить камеру. Повыше, папа, камеру. Вообще тут снимать нельзя, но мы никого не слушаем. Здравствуйте, нам 2 чизбургера и попсиколу. С вас $1000. Сколько? Валерий, ты тормозок брала? У меня телефон намок, меня тут затопило вообще. Спаси, директор! Вы где? Спасите меня! Тут мокро и темно! Идем дальше. У тебя красивый купальник, Валерий. Ну да. Но у меня круче. Потому что штаны и кофта. С Балди в аквапарк в Роблоксе. Всем привет! В нашем канале Валеришка Геймс. Привет, ребята! Валерий, куда тут? Девочка, я за тобой. Почем билеты? Я занимал. Мальчик, ты кто? Что у тебя на голове? Девочка, вы трусы выдаете? Мне желтые, пожалуйста. Цветочек. Нету? Плохо. Не приходи ко мне в школу. Пока. Валерий, куда тут нужно бежать? Ля, мальчик в полу застрял. Ничего себе, прилег. Балди, ты обалдел. Я в таком аквапарке никогда не был. Так ты и так никогда не был в аквапарке. Он крутой, Валерий, я сразу купаться. Ну, молодец. Ничего я не знаю, но я купаться. Я сразу плавать буду. Хотя я без костюма еще без плавать. Балди, я тебя спасу. Валерий, тут надо переодеваться или можно так в штанах и в туфлях купаться, ты не знаешь? Нет, нельзя. Нельзя? Давай переодеваться. Сколько волос разноцветных? Мне всегда хотелось синие. Так, какой купальник? Скорее, это не купальник. Да? Штаны? И какую-нибудь сейчас себе найду плавательную кофту. А лучше бы синюю. Нет, я буду зеленую. Валерия, ты какой одеваешь? А я купальник. Ну ладно, давай. А почему тогда я не купальник? Я тоже хочу купальник. А у меня там купальников нет. У меня только штаны и кофты. Ладно, я возьму с собой маску и трубку, чтобы не утонуть. Я в аквапарке в первый раз, я всего боюсь. Веди. Ты боишь. Я полез. А, Валерий, не лезь сюда, это обман. Тут нету никакой горки. Это точно. Ничего нету. Куда бежать? Кто я? Вниз! Быстро, Балди! Ой, как я классно прыгнул, ты видела? А, прямо трамплин головой, а потом вниз. Класс! Куда еще пойдем? Попадай сюда, девочки, она тебя прибьет этой своей штукой. О, Валерий, пошли туда посмотрим. Занято, свободно? Тук-тук-тук. Кто там? Есть, нет? Ля, Валерий, там нету унитазов. И я еще и застрял. Валерий, почему? Я тебя спасу. Ладно, все, спасла. Что-то я проголодался. Девочка, есть шаурма? Хот-доги? Что-нибудь есть? Нет. Семечки есть? Нет. Попить? Нет. Хоть фотографируйте, девочка какая-то ничего не знает, молчит, стоит. Я пойду на той горке, она очень крутая. Да? Класс! А Валерий, ты... На... Только не убейся, давай, пожалуйста. Давай вниз прыгай. Прыгай. Вау! Класс! Крутяк! Лёня, она тебя куда-то выкинула? Прям, в дырку? Прям в унитаз. А до дырки надо допрыгать ногами? Ага. Давай, допрыгивай. И расскажешь, что там внизу. А внизу ничего интересного. Совсем? Тебя вода будет? Ты спиной едешь? Ребята, спиной! О нет, ты ударилась? Нет. Валерий, если ты убьешься, что я скажу твоим родителям? Скажешь, что я ушла в магазин за молоком.
Хорошо, но ты же в школу не будешь долго ходить. Ты по математике отстанешь. А мне все равно. Ладно, я рискну проехаться на этой горке. Страшно, жуть. Вообще страшно. Еще и ночью. Ребята, аквапарки, оказывается, еще и ночью работают. Вау, я вылетел с горки. Ударился. О, нет. А я умираю. Да, ты пускаешь фонтанчик, как кит. Балди, я не кит. Куда ты бежишь? Рассказывай. Я тоже туда хочу. Телепорт. Побежали. Что у нас там? Так, а там у нас ничего в телепорте? Что у нас здесь? Здесь у нас ничего интересного. О, день. Утро наступило. Мы что, в аквапарке уже двое суток? Ага. Ничего себе. А тут и поесть-то нечего. Я уже голодный. Никто ничего не продает. Что делать? Иди в телепорт. Не пойду я в телепорт. Я боюсь твоей горки. Я загорать лягу. Все. Балди, какой загорать? Луна. Я буду под луной загорать. Я ничего не знаю. Зато живу я останусь. С своими горками этими страшными. Я пойду лучше в грибок полежу. Там прохладно и горок нет. Ну лежи, так пройдет вечно. А ты без маски не ныряй, потому что ты можешь разбиться и утонуть. Не разобьюсь. Ого, ты на самой высоте? Да. Валерий, осторожно. Ты же можешь упасть. А я хочу упасть. Зачем? Ура, я хочу падать. Югу. Валерий, как ощущения в пузыриках? Давай, на раз, два, три. Три. Поехали. Круто, я лечу на горке. Обалдел, Валерий, ты где? Мальчик. Мальчик, я, иди. Я уже скатилась. Мальчик идет по горке пешком. Мальчик, тебя подвезти? Класс. Ты вот не ударился? Не знаю, сейчас выйдем, посмотрим. Иди сюда, в телепорт. Пошли! Ребята, тут, оказывается, можно проходить в телепорты, а не стоять в очереди на горках на всех ступеньках, как мы обычно стоим. Так, давай. Блин, идешь со мной? Давай. Ты на той, а я на той. Хорошо, давай. Поехали. Смотри, не убейся. Видела бы плейтайм, как я тут катаюсь. Она бы очень удивилась. Особенно директор с носком. Валерий, ты едешь со мной? Да, еду. Ты за мной? Бау! Ударился? Я впечатался в кафель. Вообще капец. А я еле как. Еду принесли. Девочка, есть хот-доги? Чё ты сидишь тут? Скажи что-нибудь. Медитирую. Девочка, чё ты такое? Я летаю. А чём блины? Женщина? Да какие это блины? Это звуковые диски. Да? С голоду можно умереть в этом аквапарке. Я пойду с горки скачусь. А, я пешком скатываюсь. Валерий, я тебе мальчика погнал. А зачем ты бежишь по горке? Почему ты не едешь? Воду выключили. Не знаю. Да, воду выключили. Круто. Полежали и хватит. Идем дальше. У тебя красивый купальник, Валерий. Ну да. Но у меня круче. Потому что штаны и кофта. Я пойду на синий скачусь. На синий? А я еще на синей не катался. Синяя самая опасная горка, мне кажется. Да ты шо? Да, смотри. Сейчас тебе покажу, чем она такая. Я тогда на ней не буду кататься. Смотри, чем она опасная, не похожа на других. Чем? Сейчас. У меня порта не Нет, стой. Чу! О! Ты перетела из куска в кусок? Да. А если ты бы не попала? Валерий, зачем ты так рискуешь? Господи. Я переживаю за тебя. Пау! Живая? Да, еле. А я хочу в трубу. Баба. Тут темно. Валерий. Потому что вода. Птуй. Есть фонарик? Нет. Ничего не вижу. Плейтайм, спаси, директор. Вы где? Спасите меня. Тут мокро и темно. Это же, наверное, швабра сделала. Наверное, вредина. Хоть в бассейн попал, а не куда-нибудь. Я еще раз хочу сюда. Тут хоть светло, хоть фонарик какие-то. Ты куда делась? Куда ты делась? Я упала в измерение. Прыгай в телепорт. В унитаз. Смывайте место. Главное, чтобы трусы не сдуло. Ты полетела с горки? Вау. Куда ты делась? Где ты? Я на фонтане. Я себе убила ногу, руку и еще что-то.
и пару костей. Ты застряла? Да. Балди, ты куда? Я спасу тебя сейчас! Давай, спасай, прыгай! Я бегу к тебе, Валерий, держись! Спасай меня! Я не жалею себя, прыгнул прям в унитаз! Жалко, в дырку не попал! Я очень хотел в дырку, но не попал! Ну, трусы на месте, все в порядке! Я бегу, держись! Не уходи только! Я уже подхожу! Смотри, не выпади! Фу. Вот, блин, не выпал! Не выпал? Почти не выпал! Я подбегаю, Валерий! Балди, спасай! Сейчас я тебя освобожу! Только не уходи никуда! Куда мне уйти? Вылазь! 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 Вылезла! Пошли в кафе сходим! Что-то вообще кушать хочется! Пошли. Только за кафе было, мы 2 дня ничего не ели! Здравствуйте, нам 2 чизбургера и пепси-колу! С вас $1000! Сколько? Валерий, ты тормозок брала? Нет. Не брала? С голоду умереть можно. Ребята, не ходите в это кафе никогда. Ребята, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы вас всех очень любим. Всем пока-пока!